Нет смысла оставаться здесь всю ночь. Там кто-то стоит! Там кто-то стоит, я вижу! Вдалеке! Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами играем в The Beat More No Zero. Игра, судя по всему, от создателя «Человек за окном», которая переводится как «Слегка больше знаю ноль». Как-то так. Типа в этой игре мы узнаем чуть больше, чем ноль. А может быть и мы узнаем много всего, но это будет полный ноль, а не знание. Начать новую игру? Начать, конечно же. У этих ребят, разработчиков, есть потенциал, как мне кажется, на создание интересных игровых механик. И классно они еще умеют моделировать своих персонажей. Дзынь-дзынь. Алло. Что? Тетя Сандра? Ну, или там, тетя Сандра. Да. Мама говорит, она не может начать накладывать ужин, пока вы сюда не... пока вы не привезете индейку. Она хочет, чтобы я сказал вам, чтобы вы поторопились. Ты знаешь, как рано я встала, чтобы приготовить эту штуку? Я не хочу об этом слышать ничего. В следующий раз пусть сама она идет сюда и достает индейку. Неловкое молчание в трубке. Теперь она хочет, чтобы я сказала вам, чтобы вы перестали ворчать и ехали. Эй! Тогда ты передай ей, что когда я туда доберусь, я засуну эту идейку прямо в ее... О, боже мой. Оп. Черт! Мы столкнулись, да? Мы столкнулись с деревом или с оленем? Или с воздухом? Вы в порядке? Я не в порядке, мальчик. А, там мальчик был. Что-то не так с машиной. Чёртова штука сдохла только что. Алло, тётя Сандра? Вы все еще там? Ты чё, не слышишь ничего? Мне нужно, чтобы ты позвонил, а... А, чёрт. Догюнит. Это что значит? Твою мать. О, боже мой, мы застряли в лесу. Мне нравится, что в этой игре есть драма какая-то. Какая-то там мама нас заставила бежать за индейкой, через лес ехать. Я не останусь здесь, пока кто-нибудь решит проехать мимо. Я должна пройти весь путь сама. О, хорошо, выходим. А как? Не будет, светло не будет, пока я буду идти по дороге. Лучше здесь переждать, потому что я останусь здесь до утра. Что? То есть я в итоге никуда не пойду, да? Потому что будет слишком темно, я просто заблужусь. И что мне надо сделать? Как мне выйти из машины, либо что-то начать делать, как-то уже играть? Что? Что? Кто-то идет. Кто-то, блин, идет. Идет кто-то, блин. Твою мать. Приближается. О! Боже мой, какой страшный олень. Но уверен, он думает, что он очень красивый. Слышите, еще шаги. Вот оттуда. Типа, я должен... Это еще один олень! Какой нарциссичный олень. Посмотрите, я такой... О, я такой красивый. О, пройдусь мимо машины. Что ты сделаешь? Собьешь меня? Нет, ведь твоя машина сдохла. Нет смысла оставаться здесь всю ночь. Там кто-то стоит! Там кто-то стоит, я вижу! Вдалеке! Какой-то длиннорукий! Еще один человек за окном... Staying up. Имеется в виду бодрствовать всю ночь. Пожалуй, я посплю немножечко. Там же кто-то был. Я увидел, почему ты не увидела, Сандра. Хана тебе, Сандра. Но нет, нет, не волнуйся, потому что я управляю тобой. И я не дам тебя в обиду. Почти два ночи. Какого дьявола? Мне не понравился этот звук. Вообще ни капли не понравился. Что? Внезапно, я думал, что это мы пересели, а это просто мой оператор. Чтобы там ни было, я буду держать их подальше в лесу, чтобы... Да, короче, мне придется отбиваться от них. А если оно не будет оставаться в лесу, я буду готова. Крутая ты, тетя Сандра. Я думаю, ты все-таки не пошла в магазин за индейкой. Ты, походу, ее прибила своими руками. Причем даже не использовала ружье, потому что оно у тебя полностью заряжено. Типа, нам надо отбиваться... Что? 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 О, блин! Олень!
Олень бежит от чего-то явно. Мне нужно будет стрелять, да. Главное не убить оленя. Я уверен, за это минус очко дают. Нам не нужно минус очко. Мы можем еще видеть, что сзади происходит. Ага. Тот человек, та сущность, она будет на меня охотиться. Она испугала оленя. Но меня не испугать. Я уже столько хорроров повидал. Всяких мразот видел. Все в порядке. Все, что? Красненькое что-то было. Мой курсорчик красненьким слегка стал. Слышите? Слышите? Вон! Вот! Я могу прямо отсюда попасть. Через дерево. Сквозным. Так, это олень. А че ты не суетишься? Я не понимаю. Тебе не страшно? Так, хорошо, зеркало и правда отражает объекты. Это хорошо. Отражен объекты ближе, чем кажутся. Надо это всегда помнить. Я уверен, что он сзади нападет, да? Слышали? Видели? Я видел. Видите? Где-то час тут только что был. Красненький курсор. Вот! Опять! Вот там! Еще один олень. Ладно. Вы так и будете здесь ходить? Перестаньте! Вот он! Давайте... Нет. Красненькое должно быть. Тогда мы сможем его убить. Смотрите. Какой-то длинномордый. Это типа... Кто это? Оборотень? Он... Блин! Олень! Хватит! Он точно сзади нападет, походу. Я вижу, что она там отражается! Нет. Сколько мне нужно здесь прождать? До 6 часов, да? Типа как Five Nights at Freddy's, я понял. По-любому так. Что? О, блин! О, что это? Попал? Попал в глаз прямо! Это волк! Это все-таки волк! Он на вид, на самом деле, ты очень добрый. Но он добрый точно так же, как добрый человек за окном. Ничего доброго от него не жди. Это обманчивость. Обманчивость в это, внешности. Я даже не смог сказать, что это внешность. Это какое-то уродство было. Это просто что-то слепленное. Я могу пересесть на переднее сиденье? Нет, не могу. Хорошо, мы будем слышать шаги. Быстрые, четкие. Олень. Пожалуйста. Вот ты меня нервируешь здесь. Я два патрона просрал. 3 часа. Что-то очень медленно время идет. Слышите? 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 Дед. Блин, это олень. Вот оно как. Оказывается, еще и олени могут быстро бегать. Как-то я забыл про это, ведь в самом начале ночи один олень пробежал. Так, внимательно изучаем окружение. Не суетимся. А может быть, он просто индейку хочет? Может быть, кинуть ему индейку? Чёрта с два, я кину ему индейку. Я не просто так сюда ехала. Но на ужин-то я уже не успею. Индейка уже протухла, наверное, вся. А волку-то и в кайф это жрать. Вон, смотрите, это олень. Хорошо. Чёрт. Очень хочу спать. Серьезно, ты хочешь спать здесь? Когда такой чувак бегает вокруг? Но если я усну с этой штукой там, это будет конец меня. Следующие несколько часов будут непростыми. Когда начинаешь спать, жмите пробел много раз, чтобы проснуться. Я понял, хорошо. Как мы поймем? Слышите, слышите? Это олень. Это по-любому олень. У волка более быстрые шаги и внезапные, и более короткие. Так-так-так-так-так. Что-то в таком духе. Как я пойму, что я засыпаю? Какой это будет эффект? Это будет... Слышите, слышите, слышите? О, блин, это олень. Это будет зевота. Это будет внезапные такие, знаете, поплывется. Что? Поплывется в глазах. Или она просто скажет: я спать. Табличка выскочит. Спать. Через 3, 2, 1, и нужно будет проделать. Ты-ты-ты-ты-ты. Слушайте, он не так часто будет нападать, судя по всему. Я думаю, что он вообще не оставит нас в покое. 4:30. Вот он, вот он! Оп! Хорош! Хороший выстрел! Фига он заорал. Смотрите, что это? Фонарики. Кто-то едет?
Как будто поезд едет, да? Это кто-то реально едет! Сюда, пожалуйста, тут... Вон он стоит! Вон он, волк! Сбей его! Он все ближе. Ладно, пока он там, он не здесь. Что? Что? А точно будет только он один? Бежит! Попал! Хорош! Четкий выстрел. Давай ближе, быстрее! Тупанул волк, ему нужно было вот так вот через... А, стоп, 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 стоп! Я засыпаю, засыпаю, засыпаю! Фу, я проснулся. Если я подумал, что это катсцена начинается, а потом вспомнил, что мне же говорили, что делать. Не спать, пробел сжать, клацать. Здесь! Олень. Да что ж ты там так долго едешь? Вообще, что это? Кто-то пробежался там. Это олень. Нет! Это же детское время. Куда сверчки делись? Я оглох? Сандра? Тетя Сандра, что с тобой? Она перестала что-либо слышать. Это вообще нормально или нет? Почему я оглох? Как я пойму, что он подбегает? Нет, тихо, 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 тихо. Тихо. Ой, блин! Есть! Хорошо. Он почти открыл дверь мне! Это очень нервозно. Интересно, это начало новой франшизы, как Five Nights at Freddy's? Будет много частей. Будет такая целая вселенная. И человек за окном. Тут там есть олень, скорее всего. И человек за окном. И волк в лесу. Что? Ладно, это олень. И также будут люди теории строить о том, кто откуда взялся. Олень. Сейчас будет забавно, если внезапно олень такой. Ага, я на стороне волка. Почему ты встал здесь? Он какой-то стрёмный. У него, видите, белый глаз без зрачка был. Он мертвец. Это мертвый олень преследует меня. Слушайте, где? О, блин. Ладно, хорошо. Да что же это там такое? Почему сюда не идут? Побибикать, может быть? 6 часов! Ну уже все как бы. Даже светать, лето же. Ну, конечно, когда не надо, когда ты пытаешься выспаться, солнце тебе прям в окно бьет с самого раннего утра. Но это проклятый лес, дремучий. И крон деревьев закрыли солнце, видимо. Оп! Исчезло. Что это значит? Они уехали. Нет спасения мне. Нет. Черт, да как ты можешь хотеть спать? Перестань. Взбодрись. Не знаю, выпей что-нибудь. Все, адская начинаю хотеть спать. Блин! Все. Он воспользуется этим. Он этим воспользуется мне. Тихо! Как я часто начинаю хотеть спать. Блин, это не волк. Смотрите, кровь. Это кровь или это листья? Не знаю. Светло! Боже мой, как хорошо, что светло! Это конец игры, я победил? В этом суть игры. Нет, еще нужно машину починить. Блин! Ладно, все нормально. Испугался, но все нормально. Я больше не боюсь. Все. Мы все еще хотим спать? Мы все еще в опасности? Мы, кажется, спаслись. Ага. Или нет? Уже 7 утра. Смотрите, есть! Кажется, достаточно светло, чтобы я смогла пойти... чтобы я смогла выбежать из леса, да? Типа, мы сейчас выходим. А ружье с нами будет? Что? Вот эта камера. Какие она крутые штуки делает. Кто это? Ой, она ушла. Обидно. Надеюсь, индейка осталась. Врум-врум. Что? Он хотел машину угнать мою, вот в чем прикол. А почему она завелась? Потому что сказал врум-врум, это волшебный волк.
Слегка немного узнали ничего. Полный ноль. Эта игра оставляет нас в еще большем недоумении. Знаете, так много вопросов у меня еще не было, наверное, при прохождении игры. Очень открытая концовка, я так вам скажу. Заявка на сиквел. Заявка на франшизу. Я вам серьезно говорю, этот чувак должен поймать волну сейчас. Ибо у него вот эта игра «Человек за окном» стала очень хайповой. И вот эта игра тоже вроде как пользуется интересом у зрителей. И у интернета в целом, и у меня, особенно у меня. А если что-то пользуется интересом у меня, то значит это... Ну, это win, это потенциал огромный. Что вы думаете по поводу этой игры? По-моему, было весело, как минимум. Я надеюсь, что вы поставите лайк, если вам понравилось это видео. Подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые уведомления. А с вами был Юджин, и всем пять!